Управляющую компанию заставили работать. В прокуратуру Фрунзенского района обратился житель дома, расположенного по адресу улица Московская, 38/1. Ивановец жаловался на то, что управляющая компания «Город» нарушает жилищное законодательство, не исполняя свои обязанности по содержанию многоквартирного дома. Прокурорская проверка этот факт подтвердила. Управляющей компании допущено разрушение штукатурно-окрасочного слоя на указанном многоквартирном доме. Кроме того, в одном из подъездов указанного многоквартирного дома были повреждения лестничного полотна. Указанные нарушения существенно ущемили права жителей указанного многоквартирного дома, в связи с чем прокурором района было принято решение возбудить дело об административном правонарушении в отношении директора управляющей компании по части 2 статьи 14.1.3, то есть нарушение лицензионных требований управляющей компании. Мировой суд признал директора управляющей компании виновной в совершении указанного административного правонарушения и оштрафовал ее на 25 000 рублей. Кроме того, Домоуправление обязано устранить выявленные нарушения.